Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Мы находимся в Хургаде, в районе Арабии. Сейчас мы покажем вам магазин «Клеопатра Базар» с фиксированными ценами. Третий этаж «Клеопатра Центр». Значит, с чего он начинается? Начинается он с натурального мыла, с натуральных масел. Так, мыло. Видите, Made in Egyptian. Кусочек мыла стоит 50 фунтов. А, верблюжий крем. 320 фунтов. Так. Масло, кремы. Верблюжий крем, крем для тела. Здесь эфирные масла разные. Вот, например, масло манго. Ага. Опять же, без цены. Без цены, да? Надо уточнять. Значит, вот это единственное, на что... А, кстати, хотела показать. Вот эти мочалки, они натуральные. Вот она стоит 140 египетских фунтов. Эти мочалки вылавливают из моря. Вот они такие и есть. Ими очень хорошо купаться. Так, здесь у нас кожа. 585. Смотрится, по-моему, плащ смотрится. Вот такой плащик стоит 1141. Так. Этот этаж кожи. Кожаный ремень. Кстати, это что? Ремень какой-то. Да, я даже не знаю, что это. 460. Значит, кожаный ремень 115, 105, 170, 160. В общем, ходить не переходить. Самый дешевый был 105 египетских фунтов, то есть от вот 70. Так. Будем ходить рядами. Значит так, кожаная курточка. 1920. Все делим на, грубо говоря, на 16 получаем доллар. Или умножаем на 4, получаем рубль. Или умножаем на 1,5, получаем гривну. Кожа, кожа, кожа. Запах кожи, конечно, очень сильно. Ох, кожа. Да, а, красный, да. Красный, хочу красный. Но да мужские, нет, женские. Вот эти это хочу. Мужские? Мужские. Ну, мужские красные, что шорты. Сколько стоит? 482. Ну, это, блин, просто подарок. Белые есть. Фабрик, даже белые. Даже белые. Шортики не желаете? Шортики стоят 523. Вообще. Ну, рокерам, может, кто там, байкерам, как бы, да. Ну, что? Ну, и черная курточка мужская тоже стоит 1920. Так, сумки. Сумок море. Беру любую, первую попавшуюся. 890. Вот эти, судя по всему, 890. Кожа крокодила? 920. Ну да, кстати, кожа крокодила. Тоже 920. 920. Ну какая крокодила? Ну, в смысле, кожа, да, крокодилья или... Ну и давайте еще для сравнения 715. А это Гуча, да? Гуча от Белуча. Гуччи, видите, сумки? 850. Оригинальная Гуччи. Ага. Класс. Вот опять у нас для кондукторов. Ой, для кондукторов. Давай, поешь. Так и сумка. Сумка, да. 600 фунтов. 850. 850.
Лякоста 655. И вот разного цвета, да, все? Прикольно, ну, да. Прикольно, очень оригинально. А вот тоже, да, Лякоста, только тоже разного цвета. Все Лякоста. Я прям в восторге, мне нравится. Купишь? А вот еще прикольные. Да, мужские. Так, я вижу. Сколько? А вот цена. 517. Тоже Лякоста. $30, я не знаю. Вот и рюкзаки Лякоста. Разного цвета. Блин, да прикольно. Похоже на кожу? Да, кожа, наверное. Да не кожа. Не, не кожа? Нет. Вон кожа. Нет, нет. Так. Сиреневый стоит 506. Вот эти стоят 470. Вот это 745. Вот такое стоит 565. Сумочка тоже, да? Легкая, прикольная. 760. 760. Я, кроме слова прикольная, тут я больше ничего не буду произносить, потому что реально, да, прикольные, наверное, вещи. 890. Детские рюкзачки, ну не детские, такие тоже девочки, девушки носят. 660. Ну да, ну мало. Вот это стоит 700. Кожа. Давайте посмотрим, сколько стоит вот такая сумка, как для ручной клади. А стоит она всего 290 египетских фунтов. И на колесиках тоже сумки. Сейчас найдем цену. Не найдем. 345. Яйца. 345. В общем, все. По 345. Так, чемоданы. Чемоданчик. Вот такой стоит 610. Вот такой стоит 525. И вот эти чемоданы по 1050 египетских фунтов. Это дамские тоже сумки на выход. Где цена? Ну я не знаю, наверное, просто. Ага, цена здесь есть 300 египетских фунтов. Так. Ремни вот такие вот 185 в подарочной упаковке. Это, кстати, тоже мужские сумки. Идемте дальше. Это я что-то пропустила. 1700. А? Лега, прелесть. Мужские такие. Для документов, для денег. Клатч, не клатч. В общем, давайте любую возьмем. 360. 150. Джип не видно. А это крокодил. Гуччи. Куда же без него? Гуччи. Да что ж тебе Гуччи, Леонид? Какой крокодил? Шкуру хочешь? Настоящую шкуру. Подожди. 2475. Вот это вот из песка делают вот такие вот различные вазочки. На любой вкус, на любой размер, на любой цвет. От маленьких до больших. Я вот на сейчас могу сказать, что уже, наверное, здесь то, что я видел, наверное, потому что я в восторге, около, наверное, 5000 наименований разных видов сувениров, подарков. Ковер из коровы, 1200. Такой коврик в прихожую 600. Это кролик. $690. Вот такой стоит 900.
Это все ручной работы. Так, шарфик. 360. Так, 160. Чай. Килограмм. Полкилограмма. Каркаде. 38, это $2. Так. Это 10 фунтов стоит. Вот такое стоит. 5. Это опускаете, опускаете воду, оно расцветает. Это чай. Одна штучка стоит 15 фунтов. Это набор специй по 40. Это реклама, да? Смотрите, здесь реклама. Три раза реклама, реклама. Реклама, хорошо, конечно. Просто очень красиво. Да, спасибо большое. Здесь есть все. Тут есть все. Да. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и оставайтесь с нами. Впереди вас ждет еще много всего интересного.